Прототип плацкартного вагона модульного типа, разработанный Трансмашхолдингом, выставили на Казанском вокзале столицы. Специалисты в отрасли познакомились с моделью на транспортной неделе в ноябре, а сейчас макет представили пассажирам. Подробности у Евгения Кузнецова. Очень здорово, в качестве дизайна очень понравилось. Вот, в плане комфорта еще не совсем понятно, мне кажется, все-таки тут немного узко. А вот шторки можно, да. Это классно. Да, вот это мы оценили. На 100%. Этот макет – один из трех концептов, которые до конца следующего года машиностроители должны изготовить для федеральной пассажирской компании. Места в новом вагоне расположены, как в привычном плацкарте, только перегородка в виде шкафа создает обособленное пространство. Длину полок разработчики оставили без изменений, а вот ширину увеличили. Это персонализация пространства, это индивидуальные решения, индивидуальный комфорт. Здесь мы демонстрируем впервые о том, что каждое место оборудовано индивидуальным регулированием света, индивидуальным регулированием воздуха. Каждое пассажирское место оборудовано USB-розетками. У каждого пассажира есть свой персональный столик. Другие концепции выйдут в свет в первом и втором квартале следующего года. Они будут отличаться планировкой спальных мест. Полки расположат в форме елочки либо в шахматном порядке. Также изменения коснутся функциональных зон. Окончательную модель спроектируют после анализа опроса пассажиров. Всю работу планируют закончить до 2023 года. Мы экспериментальные вагоны на каждой из тех концепций, которые будут представлены, сделаем в преддверии 2023 года, а уже в период 2023 года, наверное, они станут на серийный выпуск. Сколько и в каком количестве, но это покажет, наверное, запрос пассажира. Познакомиться с новинкой москвичи и гости столицы могут до середины января. Павильон открыт для посещения с 10 до 17 часов ежедневно. А после Нового года модель планируют продемонстрировать и на других крупных вокзалах страны. Евгений Кузнецов, Виктор Воронин, РЖД ТВ, Москва.